Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Так, ребят, давненько у нас не было цен именно на авторынке «Зеленый угол». Сегодня пройдемся, посмотрим, что сколько стоит по новым ценам. Да, вот время без 10-9 утра, люди собираются, рынок открывается ровно в 9 часов, то есть до 9 часов попасть туда невозможно, как бы народ уже собирается. Но что хочу сказать, машины, они пока есть, да, но с каждым днем хороших автомобилей становится все меньше, меньше, меньше. То есть большая часть автомобилей, которые здесь находятся, стоят, это машины, которые, ну, грубо говоря, завезены сюда там до 1 числа. Да, документы, которые поданы до 31 июля, соответственно, нормальные автомобили, где утильсбор платить не нужно. Далеко ходить не нужно. Вот капец, перед нами стоит Toyota Passo, да, это модокомплектация, 17 год, 4 балла, пробег указан 70 тысяч, машина стоит 1 миллион рублей. Дальше стоит ВИЦ, 18 год, 4 балла, автомобиль стоит 1 миллион 35 тысяч рублей. Приветствую. Здесь стоит у нас Honda Freed, ну, это кросс это такая модная комплектация, они всегда были редкие, их очень мало, но тем не менее стоимость автомобиля 2 миллиона 80 тысяч рублей. Как бы, ну, написано, да, 4,5 балла, 4,5 балла, аукционники тоже ими раскидываться не будут, но тем не менее 2 миллиона рублей. И вот дальше стоит у нас Солио, пробег 17 тысяч, 4 ВД, гибрид 1 миллион 700 тысяч рублей. Вот как раз калитка у нас открылась на авторынок «Зеленый угол». Сейчас зайдем, пройдем по рынку, посмотрим, что сколько стоит. Ребята, я вам хочу напомнить то, что вы можете приехать. Вот приезжайте вы на рынок, мы с вами встречаемся вот здесь. Идем по рынку, выбираем вам автомобиль. Пускай это будет Solio, пускай это будет Freed, пускай это будет Suzuki Jimny. То есть у нас нет определенной марки автомобиля. Также есть такая услуга, ну, есть такие люди, да, которые работают и которые не хотят приезжать, для которых это, возможно, геморройно. Поиск автомобиля под ключ. Вот хотите себе Passo, да, бюджет у вас 1 миллион рублей. Мы на рынке пересмотрим все пасеки, не найдем на рынке, будем искать по городу. Выберем для вас лучший вариант. В среднем такая услуга длится где-то 3-5 дней. Также вы можете заказать штучную проверку автомобиля. Нашли вот того же самого пасека на дроме, скинули ссылочку, мы для вас его проверили. Вы получите фото, видео, отчет всего-всего автомобиля. А в следующем видео мы, наверное, сделаем поиск автомобиля на рынке. Вот как раз, ну, в общем, сделаем поиск автомобиля, и я покажу, что конкретно мы проверяем в автомобиле и какой отчет вы получаете. Поэтому, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Хотите приобрести хороший качественный автомобиль, обращайтесь. Но мы пошли на рынок смотреть автомобили. Итак, первый автомобиль хочу вам сегодня показать. Перед нами стоит Suzuki Solio, автомобиль 2019 года выпуска, объем двигателя 1.2, стоимость автомобиля 1 миллион 100 тысяч рублей. Темный салон. Мне очень нравится посадка в данный автомобиль. Садишься, знаете, ну, нет такого, то что ты куда-то провалился, а прям сел и сразу, ну, высоко тебе. Значит, что касается места со стороны пассажира, друзья мои, места довольно много. Ехать вам будет комфортно и удобно. Данный автомобиль без климат-контроля. Есть также версии, которые идут на климат-контроле. Боковые двери здесь идут сдвижные. Есть две электродвери, есть одна электродверь. Очень удобная функция салона, то что задние сиденья, второй ряд, они двигаются. То есть вы можете подстроить именно под себя. Багажное отделение. Понятно, да, то что мы его можем увеличить, можем его уменьшить. И очень объемная ниша. Solio, Suzuki, да, в этом плане, ну, конечно, молодцы. Есть ли выбор таких автомобилей в данный момент? Да, он есть. Есть лифт водительского сидения, кнопка старт, система безопасности, одна электродверь. И
Тоже такое, знаете, очень удобное решение, то, что центральная панель, консоль, вся информация, она сведена на серединку. Но это действительно очень удобно. Двигатель 4 цилиндра. Еще одна коричневая. Тоже стоимость 1 100 000 рублей. Это у нас Toyota Probox, автомобиль 2019 года выпуска. И, внимание, 1 260 000 рублей. Probox — такая версия, ну, чисто, знаете, для работы, для бизнеса, куда-то в семью. Но, если честно, берут такой автомобиль редко. Довольно неплохое, приятное состояние салона Probox. Машина Кетти, знаю хорошо, смотрим их много. Здесь у нее весло. Кстати, они есть все на веслах, да? 4 стеклоподъемника. Есть где 3 на веслах, водительская с кнопки, как данный вариант. Есть сзади весла, по передней части кнопки. И есть все 4 кнопки. Вот такие машины дорогие. Здесь, внимание, смотрим на багажное отделение. Машина рабочая, на машине ездили. Ну, как-то, я вам скажу, сильно не замызгали, если честно. Естественно, они есть 4 ВД, есть передний привод. Коробка передач, здесь вариатор. Ребят, и, ну, часто спрашиваете, говорите, да, говорить, какая коробка передач. Вот я вам показываю цены, да, цены, вообще наличие автомобилей. Вот тактика, технические данные, вы можете открыть дром и посмотреть. На самом деле все очень просто. Все машины мы смотрим на сайте drom.ru. Авито, Автору у нас не актуально. Пробег 58 тысяч. Складывание зеркал, регулировка зеркал, система безопасности. Автомобиль идет на ключе. В эксплуатации автомобиль неприхотливый и недорогой в обслуживании. Друзья, мы также не забываем подписаться на дополнительные каналы. Дополнительный канал — это Яндекс.Дзен, это ВК, это ВК, и подписываемся на телеграм-канал. Обязательно ставим колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, находимся мы Nissan Note E-Power. Это такой гибрид своеобразный. Стоимость автомобиля 1 260 000 рублей. Автомобиль 2019 года выпуска. Значит, аукционный лист. У него идет 3 балла. Никто ничего не скрывает. Идет замена передней левой двери, замена задней левой двери, окрас порога по левой стороне, окрас заднего левого крыла. Пробег 79 000 на автомобиле. Управление музыкой, безопасность. Так, он идет на камерах. Камеры 360. Знаете, мне нравится, сколько места здесь. У меня такое ощущение, что вот по задней части места больше, чем по передней части. Так, глушим автомобиль. Ну, действительно, посмотрите, сколько здесь места. Как ты говоришь все время, с моим ростом? Да, с моим ростом я чувствую себя комфортно в автомобиле. Что касается пробежных автомобилей на авторынке «Зеленый угол», они есть, но их очень-очень мало. Такие, знаете, штучные экземпляры. И вот как раз перед нами Toyota Leon, 2014 год, мотор 1.8, они есть полторашки, стоимость автомобиля 1 400 000 рублей. Есть, конечно, плюсы покупки пробежного автомобиля. Алешка он у нас называется. Темный салон, кнопка старт, полный руль, это идут чехлы. Это вот, знаете, Алеончики премиум, вот та категория автомобилей, где салончик еще такой прям, ну, добротный идет. Материалы вот старые, мягкие такие, ну, прикольно, молодцы Пошки то, что сделали. Прям молодцы. 1
1 400 000. Он еще идет у нас с ГЛОНАССом. Здесь вот тоже так под дерево сделано. Два подстаканника. Бардачок. Я, знаете, как-то столкнулся с тем, то, что примяха была 9-й год. Я такой залажу, а здесь нет прикуривателя. Ну, не прикуривателя, а розетки. Я пол машины перерыл. Я не нашел. Не нашел эту розетку. И оказалось, то, что есть такие комплектации. Где ее нет? Вообще, как вы относитесь к седанам? По мне, так как-то вот в моде сейчас хэтчбеки, универсалы, кроссоверы. Седаны, по мне, так они реально выходят уже. 1 400 000, 2014 год, объем двигателя 1,8 литра. Покажу еще несколько автомобилей. Опять перед нами стоит Nissan Note, 2018 год, пробег 46 тысяч, видеообзор. Ну, это, скорее всего, пишут, что камеры 360, да, они торчат в ушах. 1 275 000 рублей стоит данный автомобиль. Следующий, ну, тоже вот этот Subaru, знаете, как-то не особо он пользуется спросом, популярностью. Это Impreza двухлитровая. 3,5 балла, стоимость 1 715 000 рублей. Как-то все-таки Impreza, если их берут, то их берут именно универсалы, хэтчбеки, да, которые идут. Дальше стоит Subaru Trezia. Друзья мои, Subaru Trezia — это то же самое, то, что Toyota Raquis. Вот если обратите внимание, смотрите, шильда идет Subaru, а стекла, на стеклах будет указано Toyota. Смотрите, видите, Toyota. На боковых тоже будет указано Toyota. Значит, стоимость такого автомобиля Subaru Trezia, 11 год, 1,5 литра, стоимость 930 000 рублей. Следующий автомобиль, практически никогда не берут их. Mitsubishi RVR, 17 год, G-комплектация, 4WD, он идет 1,8. Оценка указана 4 балла. Стоимость автомобиля 1 975 000 рублей. Это у нас идет Mazda Primus. Это такой, знаете, редкий экземпляр, прямо редкий. Автомат, бензин, пробег 125 000. Оценка 3 балла. И стоимость автомобиля 1 395 000 рублей. И вон там дальше стоят куча санкционных автомобилей. НВшки, двухлитровые и так далее. Смотрите, появился вот такой вот красавчик, да, он 19 год, 1,5 литра турбо, 1 520 000 рублей он стоит. Ну, автомобиль такой, знаете, прям на любителя. На любителя. Не каждый, конечно, купит, но обязательно найдется покупатель на данный автомобиль. Прикольный аппарат на самом деле. Я несколько таких проверял, смотрел, их даже покупали. Миник такой. Кстати, вот открываем, да, стекло у нас здесь припускается. Салон в чехлах, руль идет здесь обычный. Ну, прикольно, прикольно, прикольный аппарат. Все как в самолете, чисто тумблера такие стоят. Знаете, несмотря как бы на такие небольшие габариты, блин, солнце светит, ужас. Небольшие такие габариты, ну, место-то здесь довольно-таки неплохо в салончике. Пробег на автомобиле указан, друзья мои, 7 000 километров. Такие вот дела. Пойдем еще посмотрим, что-нибудь интересного, что тут есть. Оп, стеклышко поднялось. Автомобиль стоит у нас санкционный, 15 год, 1 960 000 рублей. Указано недорого, ну да, да, аукцион 4 балла. Раньше, конечно, такие автомобили можно было и привезти, и приобрести намного, намного дешевле, ребят. Еще один стоит гибрид, 14 год, 3,5 балла, 1 870 000 рублей. Nissan Sirena, 2 180 000 рублей. Пробег 17 000 на автомобиле. Молочный цвет, тоже на любителя. Светлый салон тоже идет на любителя. Сирена мне нравится своим оснащением, да, функционалом. 17 000 пробег на автомобиле.
О, ребят, вот такие машинёшки сейчас будут спросом, кстати. Ну, по большей части сейчас закупаются на рынок именно вот маленькие автомобильчики, да, это 0,07 там литр, да, будет удорожание, но не такое, скажем, как на полторашке, на то же самое. 19 бок, 19 год, 925 тысяч рублей. Nissan Жук. Авторынок не может похвастаться изобилием данных автомобилей, но они есть. 18 год, 1 миллион 440 тысяч рублей. Вот эти машинки на продажу тоже берут. Танк, пробег 17 тысяч, 1 миллион 130 тысяч рублей. Лежит там аукционный лист, пробег 17 тысяч, он без оценки, и судя по аукционному листу, он был, ну, у него был какой-то чирк, да, вот по передней части, переднее правое крыло, и задело немного дверь. В общем, любые автомобили нужно проверять. Кстати, вот в чем минус покупать такие автомобили без оценок, да, с ним могло быть что-то до того как. То есть по факту продавец приобрел автомобиль, сделал крыло, поменял, допустим, поменял дверь, либо просто сделал, да, с машиной, ну, возможно, до этого была какая-то авария, и об этом никто не знает. Это у нас Аква, гибрид, санкционный автомобиль, 1 миллион 650 тысяч рублей. Еще один танк, это не танк, это Тор, пробег 37 тысяч, 1 миллион 70 тысяч рублей. Ну, цена такая хорошая на автомобиль. Volkswagen какой-то стоит. Ну что, во кого сними? Свежий инваган. Приветствую. 20-й год, 890 тысяч рублей. И еще одна звезда, это тоже инваган. А, вот эту звезду снять. Ё-моё, привет, звезда. Нифига тебя привязали как. Анжиры, я-то думал, вот звезда перед нами стоит. Дейс, 19-й год, 825 тысяч рублей он стоит.